Павлодарской области укрепляют надежность энергоузла. Это создаст устойчивую связь с единой энергетической системой страны и позволит обеспечить бесперебойную подачу электроэнергии потребителям. В регионе строят кольцо линии электропередач на 220 киловольт, которое объединит единую энергетическую систему республики с местным энергоузлом. Проект реализуют по госпрограмме «Нурлыжол». Павлодарский энергоузел включает в себя 3 теплоэлектроцентрали. На ТЭЦ-3 недавно завершили модернизацию оборудования. Это позволило увеличить выдачу электрической мощности в энергосеть и обратно получать электроэнергию из внешней сети. Такая схема обеспечит устойчивую связь с единой энергосистемой республики. Сейчас на участке Павлодарской распределительной электросетевой компании завершают одну часть масштабного проекта. Мощность проекта позволяет надежно обеспечить город электроснабжение, потому что кольцо 220 киловольт должно выходить сюда, здесь преобразовываться на 110 и дополнительно подпитывать подачу на город. Планируем, что в 4-м квартале этого года полностью закончим наладку этого объекта. Открытое распределительное устройство на 220 киловольт на подстанции «Промышленная» строится по инвестиционной программе АО «ПРЭК». Общая стоимость проекта – 3,5 миллиарда тенге из собственных средств. Это важное звено в строящемся кольце линии электропередач. Новый распределитель оснащен 2 автотрансформаторами. Они позволяют преобразовывать электроэнергию с 220 на 110 киловольт. Получается, мы в несколько раз увеличиваем надежность электроснабжения Павлодарского энергоузла с энергосистемой Казахстана. Тем более возможности передачи мощностей. У нас энергосистема избыточная. По линиям 220 киловольт, которые будут построены, мы сможем передавать электроэнергию в единую энергосистему Казахстана. Проект должны были завершить еще в 2015 году. Однако из-за неоднократного переноса сроков окончания работ на строительном участке АО «КИГОК» сдача в эксплуатацию объекта сдвинулась к концу 2017 года. Будем ждать выполнения своей части АО «КИГОК». Это строительство АРУ 220 киловольт на подстанции Павлодарская. Это строительство АРУ на АКСУ ГРЭС 220 киловольт. И строительство недостающей линии 220 киловольт, которая соединит как раз ЕЭК промышленная, промышленная Павлодарская, Павлодарская ЕЭК. Вот эта часть будет, если выполнена, то потребители Павлодарского энергоузла получат мобильное, надежное питание по стороне 220 киловольт с единой энергосистемой Республики Казахстан. Проект строительства кольца со стороны АО «КИГОК» включает реконструкцию 6 энергообъектов. 2 из них уже находятся на стадии реализации. Остальные 4 проекта находятся в данное время на рассмотрении в госэкспертизе. Решение госэкспертизы будет выдано где-то август, начало сентября месяца. После положительного решения начнется, все проекты вступят в этап реализации. На нынешний момент часть оборудования уже закупилась, то есть поставка оборудования выполняется. Усиление связи Павлодарского энергоузла с единой энергосистемой Казахстана обеспечит развитие производственной сферы региона на долгосрочную перспективу. Ербул Абишев, Самат Оспанов, Алексей Мельницкий из Павлодарской области, Хабар 24.